Двор на улице Свободы, 89, полностью реконструировали. Теперь здесь все продумано до мелочей. Благоустроить территорию решили инициативные жители. Они составили дизайн-проект и подали заявку на участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Как считают жильцы, теперь во дворе стало намного уютней. Была земля, посередине стояла горка. И все. И на краю было несколько лавочек. А сейчас мне нравится покрытие. Мне нравится, что во дворе есть асфальтовые дорожки, по которым могут ездить маленькие дети в заборчике, а большие дети по покрытию двора. Мне нравится, что теперь у нас есть отдельная стоянка. Подрядчик установил детскую площадку с антитравматическим покрытием, построил тротуары, сделал ограждение, обустроил парковку и отремонтировал внутриквартальные проезды, оставил зону для сада, который облагораживают жители. У нас очень активные жильцы, очень хотят, чтобы благоустроить свой двор. Как закончили работу, то есть все вот клумбы сажают, все стараются, со всех подъездов выходят, сажают цветы. Активный народ у нас. Все хотят, чтобы было красиво. И все по плану у нас. У нас хорошая парковка, очень хорошая парковка, отличная, которую мы хотели для автомобилистов. Игровая зона, вот тоже хорошая, зеленая, асфальтовое покрытие. Все отлично. Жители сами контролировали все строительные работы. Изначально у нас проект, который был предусмотрен, благоустройство двора, который жители сделали. Мы им помогли доработать технически грамотно, чтобы было. Вот. В процессе, соответственно, появлялись как бы какие-то обращения из старшего по дому, ночной активный, хочу его отметить, и также жителей активных, на которые мы как бы при нормальных замечаниях мы реагировали и по мере необходимости их устраняли. Поэтому, в принципе, здесь получилось очень хорошо, как вы видите, жители довольны. Всего в советском районе Самары в этом году комплексно благоустроили 5 дворов. Светлана Кудрявцева, Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.